день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня отдыхаем от кулинарии и занимаемся покупками. У меня на почту приходят скидки по супермаркетам. Вот я сегодня посмотрела во фреше, выписала какие там акции, скидки и направилась во фреш. И вот что я купила. У меня кончилась фольга. Купила фольгу тоже. Была скидка, я ее купила, сейчас скажу, фольга 10 метров до 4,99. У меня ее вообще нет. И что-то тут положили такое, не знаю еще, плюс. Возле фольги оказались вот такие пакеты, слайдеры для хранения и замораживания. Вот такие 5 штук пакетики. Застежечкой. Емкость написана литр. Моющее средство Чистюня. Чистюля. Литр. Она хорошая, я ею пользуюсь. И как бывает, покупаю. Она такая густенькая. Вот. Засип для мытья посуды. Это средство для мытья посуды. 14,99 литр стоит. Тушенка говяжья будет мне стратегический продукт. Здесь 350 грамм за по 15,29. Я две банки купила, вот такая. Эти семейный бюджет. Уже последние две баночки. Пока мы приехали туда, то уже расхватали эту тушенку. Ну все, остальное без акций. На глаза попалась мочалка такая, знаете, спину потереть себе бывает. Вот, за 10 гривен чепуха. Дальше сыр мне надо. Купила сыр Глобино российский по 90 гривен. По 90 гривен на 27 гривен. А, еще по акции акцийный соус соевый. У меня его нет. Сколько он стоил, сейчас скажу. Вот. Соус соевый 15,39. Такая бутылочка. Сколько здесь миллилитров? Наверное, 250, наверное, миллилитров. Майонез мне надо будет. Салат сделаю завтра, засниму. Самый мне вкусный майонез. Европейский вот сверху. 6,99. И сырок такой попался на глаза. Плавленый. 5,99. Вот здесь. Сырок 5,99. Ага. Итого я всегда говорю. 150,85 всего я заплатила. Все мои покупки, вот так сходили в магазин, прогулялись. Здесь подышим свежим воздухом немного, попутно подышим свежим воздухом. Покажу, вчера делала паштет печеночный хороший. Я уже заснимала его, но очень хороший получается. Покажу, пробу снимала, естественно, утром. Вот паштет печеночный я спекла. Очень вкусный. Печенка у меня была 0,5 килограмма. Грамм 150 сала такое, свежее, свиное. И кусочек кролика, какое-то ребрышко. Лежало ни туда, ни сюда, тоже отварила. Луковица одна, морковка. 2 небольших яйца. И кусочка 3 батона. Размочила вода с молоком. На блендер варила все до готовности. На блендер горячее провернула все. И спеклось 40 минут, и все очень вкусно. И главное, знаешь, натуральный продукт собственного приготовления. А так, всего доброго вам. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои новые видео, готовьте с настроением хорошим. И всего вам самого доброго, и до новых встреч!